Добро пожаловать на наш канал! Сегодня готовим жульен в булочках с курицей и грибами. Для приготовления вам понадобятся такие компоненты. Куриное филе залейте холодной водой. Добавьте надрезанную крест-накрест головку репчатого лука, а также лавровый лист, несколько горошин душистого перца, немного соли и по желанию немного гвоздики. На среднем огне доведите воду до кипения и варите филе 10-12 минут с момента закипания воды. Затем извлеките филе из бульона, слегка охладите и нарежьте небольшими кусочками. Нарежьте тонкими ломтиками шампиньоны и репчатый лук. Разогрейте на среднем огне немного растительного масла. Добавьте 1 столовую ложку сливочного масла и нарезанный репчатый лук. На небольшом огне, помешивая, пассируйте лук 8-10 минут, пока он не станет мягким и практически прозрачным. Затем увеличьте огонь до среднего и добавьте нарезанные грибы. Помешивая, обжарьте все еще 5-7 минут, пока жидкость, которую дадут грибы, практически полностью не испарится, а грибы станут мягкими. Добавьте нарезанное куриное филе и специи по вкусу. Я добавляю хмели сунели, мускатного ореха и смесь прованских трав. Тщательно все перемешайте и обжарьте на небольшом огне еще 1-2 минуты. Добавьте 3 щедрые щепотки пшеничной муки и обжарьте все еще 1-2 минуты. Затем, помешивая смесь, влейте сливки. Добавьте несколько щепоток соли и молотого черного перца. Доведите смесь до кипения и потомите на небольшом огне 1-2 минуты до загустения. Выключите огонь, попробуйте и при необходимости добавьте еще соли и специи по вкусу. Подготовьте булочки. Срежьте верхушку и извлеките мякиш. Сохраните немного мякиша на дне булочек и вдоль стенок, для того чтобы булочка лучше сохраняла целостность. Насколько это возможно, плотно утрамбуйте мякиш руками, ложкой или другими подручными средствами. Затем заполните булочки подготовленной начинкой. Присыпьте натертым сыром. Поместите подготовленный жульен в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 7-8 минут, пока сыр не подрумянится. Жульен в булочках готов. Приятного аппетита!